Здравствуйте. 5 февраля, 25-й лунный день. В этот день женская энергия наиболее сильна. День благоприятен для молитв, призывания божеств, религиозной практики, решения трудных вопросов. Неблагоприятен для публичных дел и церемоний, медицинских воздействий, омовений, скапывания земли, привода невестки в дом, купли-продажи. День благоприятен для людей, родившихся в год змеи, лошади, мыши и свиньи. Неблагоприятен годам обезьяны и курицы. Стрижка волос к болезни глаза. В этот день в Иволгинском Дацане состоится хурал «Юм Нити Доди Галсон». Начало в 9 часов. Укрепляйте веру.